Но, уважаемые коллеги, клиническая база Национальной медицинской академии последипломного образования «Гастроцентр Алимед» начинает новый образовательный проект. Регулярно мы будем представлять вашему вниманию самые интересные, самые актуальные научные работы, опубликованные в зарубежной литературе. Наш выбор будет основан на доказательности и актуальности этих работ в клинической практике врачей-гастроэнтерологов, эндоскопистов и семейных врачей. На нашем портале вы сможете увидеть прямые трансляции диагностических и лечебных эндоскопий из гастроцентра Алимед, курс видеолекций по доказательной гастроэнтерологии и эндоскопии, онлайн-трансляции конференций из гастроцентра Алимед. Вы услышите мнение ведущих экспертов в области эндоскопии и гастроэнтерологии. Анонсы конференций смотрите на нашем портале. Ну, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами разберем рекомендации Американского общества гастроинтестинальной эндоскопии, опубликованные в январском номере журнала Gastrointestinal Endoscopy за 2015 год. Посвящены они антибиотикопрофилактике в гастроинтестинальной эндоскопии. Эти рекомендации впервые были опубликованы несколько лет тому, и данное издание дополнено и содержит в себе последние исследования, построенные по принципам доказательной медицины. Результаты метаанализов, результаты рандомизированных многоцентровых исследований. Первый раздел рекомендаций посвящен необходимости проведения антибиотикопрофилактики у пациентов, которые имеют риск развития инфекционного эндокардита. По статистике, инфекционный эндокардит является очень редким осложнением, которое можно связать с эндоскопическими процедурами. По американским данным, в США проводится более 17 миллионов эндоскопических процедур в год, и за год зарегистрировано 25 случаев инфекционного эндокардита, которые по времени их возникновения можно как-то связать с эндоскопическими процедурами. Поэтому не так много состояний, когда, согласно современным данным, современным представлениям, необходимо проведение антибиотикопрофилактики. Итак, состояния, которые требуют введения антибиотиков в сочетании с эндоскопическими вмешательствами, это наличие протезов кардиальных клапанов, инфекционный эндокардит в анамнезе, пациенты после пересадки сердца, пациенты с врожденными пороками сердца, которые не коррегированы. Следующий раздел рекомендаций посвящен эндоскопическим вмешательствам, диагностическим и лечебным, которые требуют, либо наоборот, не требуют антибиотикопрофилактики. Первый раздел рекомендаций посвящен эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Согласно проведенным исследованиям, а это был метаанализ, это был кокрановский обзор, это был огромный материал пациентов, всем подряд проведение антибиотикопрофилактики перед процедурой РПХГ не рекомендовано. Введение антибиотиков перед каждой процедурой эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии не дает ожидаемого эффекта, не приводит к статистически достоверному снижению процента инфекционных осложнений. Но антибиотикопрофилактика показана в тех случаях, когда нарушен отток желчи, так называемый билиарный дренаж. Особенно в тех случаях, когда состояние пациента таково, что даже в результате РПХГ не предполагается полного дренирования желчевыводящих протоков, как, например, бывает при новообразованиях ворот печени. В этих ситуациях для профилактики прежде всего холангита рекомендуется
проведения антибиотика-профилактики. Следующая процедура, которая рассматривается в рекомендациях, это эндосонография с тонкоигольной биопсией. Если эндосонография с целью тонкоигольной биопсии проводится в случае солидных образований, не рекомендуется проводить антибиотикопрофилактику. Если речь идет о жидкостных образованиях, медиастинальных кистах, либо панкреатических кистах, то рекомендовано вводить по стандартной схеме антибиотик перед вмешательством. Черезкожная эндоскопическая гастростомия. Многочисленные работы показывают, что использование антибиотика профилактики перед этой процедурой существенно снижает процент местных гнойно-воспалительных осложнений. Цирроз с острым желудочно-кишечным кровотечением. Пациенты, которые поступают в стационар с явлениями цирроза печени и желудочно-кишечным кровотечением, требуют антибиотикотерапии непосредственно с момента поступления в стационар. Наличие синтетических сосудистых протезов и проведение любых эндоскопических процедур таким пациентам не требует проведения антибиотикопрофилактики. Это не несет в себе дополнительного риска каких-либо сосудистых либо кардиологических инфекционных осложнений. Наличие искусственных суставов перед проведением любых эндоскопических вмешательств не требует проведения антибиотикопрофилактики. Требует проведения антибиотикопрофилактики перитониальный диализ в случае, если пациенту с перитониальным диализом планируется проведение колоноскопии либо ректосигмоскопии. Таким образом, комитет по рекомендациям Американского общества гастроинтестинальной эндоскопии изложил суть рекомендаций по антибиотикопрофилактике в 12 основных положениях. Итак, для превенции инфекционного эндокардита не рекомендовано широкое использование антибиотикопрофилактики, за исключением тех случаев, о которых мы говорили, то есть тех кардиологических состояний, которые имеют высокий риск развития этого состояния. Не рекомендовано использование антибиотикопрофилактики всем подряд перед проведением всех РПХГ, а только тем пациентам, у которых есть билиарная обструкция, и в том случае, когда билиарная обструкция в результате процедуры может быть разрешена не полностью. В отношении солидных образований, еще раз напомним, если мы проводим эндосонографию с тонкоигольной биопсией, мы не проводим антибиотикопрофилактику. И если мы проводим эндосонографию с тонкоигольной биопсией в отношении жидкостных образований, мы используем антибиотикопрофилактику. Перед процедурой черезкожной эндоскопической гастростомии либо еюностомии рекомендовано использование препаратов цефазолина либо аналогов этого антибиотика, которые имеют аналогичный спектр антимикробной активности. В отношении пациентов с циррозом, которые поступают в стационар с явлениями желудочно-кишечного кровотечения, рекомендовано проведение антибиотикотерапии цефтриаксоном внутривенно либо другим антибиотиком с аналогичным спектром антимикробной активности. 11 пункт. Не рекомендовано использовать антибиотикопрофилактику перед эндоскопическими процедурами пациентам, у которых протезированы суставы. И последним пунктом значится необходимость проведения антибиотикопрофилактики тем пациентам, которые получают перитониальный диализ и направлены на проведение колоноскопии либо ректосигмоскопии. Многоуважаемые коллеги, я надеюсь, что та информация, которую мы сегодня предложили вашему вниманию, пригодится вам в повседневной клинической практике, улучшит результаты вашей работы и снизит процент осложнений лечебных и диагностических эндоскопий.